Эти мужские я, бывает, пишу и рыдаю больше, чем над женскими. Такое стихотворение, которое, наверное, частично рассказывает, из чего берутся стихи, как они рождаются, особенно женские, лирические. «Отчего путь тернист и сложен? Подставляю ветру лицо. Не смотри на меня, прохожий, я снимаю его кольцо. Не смотри на меня, не спрашивай, было, не было, мне не жаль. Как другая о нем бы плакала, как струилась бы слез вуаль. Только стали стихи отчаяний, утопаю в потоке слов, заглушаю свою случайную и обманную злую любовь».